Сегодня вся королевская семья Великобритании собралась на традиционном рождественском обеде в Букингемском дворце. Это была первая публичная встреча 36-летней Кейт Миддлтон и 37-летней Меган Маркл с тех пор, как появились слухи о размолвке между ними. Как сообщают приближенные к королевскому двору источники, обе герцогини мило улыбались друг другу. Уже на подъезде к Букингемскому дворцу женщины обменивались любезностями. Эта идиллия идет вразрез таблоидам, в которых постоянно муссируются напряженные отношения между Кейт и Меган, а также их мужьями, Уильямом и Гарри. Помимо внуков королевы и их избранниц, на ужине также присутствовали 58-летний принц Эндрю, 68-летняя принцесса Анна и их отец, герцог Эдинбургский, 97 лет. Они были одними из первых, кто прибыл сегодня на семейное торжество. Также была 30-летняя принцесса Беатрис, хотя ее сестру, принцессу Евгению и зятя Джека Бруксбанка, пресса не заметила, 53-летняя графиня Уэссекская и ее дочь, 15-летняя леди Луиза Виндзор и другие представители монаршей семьи. Кейт Миддлтон прибыла с детьми, 5-летним принцем Джорджем и 3-летней Шарлоттой. И в 70-летний дедушка, принц Чарльз, появился без своей жены, герцогини Корнуольской, которая, как сообщается, сильно простудилась. Традиционный обед во дворце обычно проходит в середине недели незадолго до праздника. Эта ежегодная встреча дает Елизавете II возможность провести время со всеми своими родственниками, которые не смогут навестить ее на Рождество. Королевская семья обычно встречает Рождество в поместье Сандрингем Хаус в Норфолке. В этом году герцог и герцогини Кембриджские, а также Джордж, Шарлотта и Луи будут праздновать Рождество в Сандрингеме вместе со всеми. Ранее утверждалось, что Кейт и Уильям поедут на праздник к Миддлтон. Эта информация появилась на фоне слухов о разладе между семьями принцев, после того, как стало известно, что Меган и Гарри переедут из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор в Виндзоре. Переезд запланирован на следующий год.